Сейчас закончила общаться ВКонтакте. Ну что, начну я потихонечку с такого материала. 2023 год, тот, который закончился. Да, он закончился, можно сказать, рано. И 2024 буквально влетел. Где-то, наверное, с 23-24 декабря, то есть рано вступил в свои права, но кто заметил, время убыстрилось. У меня, как я сейчас говорю, я говорю так: понедельник, новая неделя, а следующий день у меня суббота. Неожиданно. Вот так понеслось время. Ну, вообще, это не зависит от возраста, от того, чем занимаешься. Это отмечают многие. Вот такова сейчас скорость. Так вот, смотрим, что в себе нес 23-й год. 23-й год был крайне эмоциональным, вот крайне. 25 это информация, энергетика, эмоции, причем эмоции всех оттенков разные, разные по своей силе. Но в сумме у нас семерка. Семерка. Испытания, искушения, хирургия, бойня, битва, металл, экстрим. Ну, скажем, все такое очень острое, блестящее, неожиданное. Ну, конечно, о семерке еще говорят. Вот, типа, волшебная цифра. Ну да, ну да, ну да. Если посмотреть с изнанки, это творчество. Но вообще-то люди экстремалы. Это очень сильно, это очень неожиданно, отважно и больно. Вот такая семерка. Я не буду раскрывать больше, поскольку семерка у нас уходит в небытие. Как я сказал, 25, да, это где-то и роли, запомните. Теперь переходим к 24-му году. Что у нас в сумме? У нас получается 26. 26 – это экономика, это финансы. Это то, чем будет занято большое количество живущих в этом мире людей. Экономика мира, финансы мира. Но одновременно у нас получается восьмерка. А восьмерка это общество, это кланы, это близкие, родные, это толпа людей, это масса. Это песочные часы, если посмотреть под другим ракурсом на восьмерку. Это повторение уже когда-то былого. Вот. Что такое карма? Карма. Взял, отдай. Берем буханку хлеба, платим за нее. Разошлись, кармы нет. То есть взяли, расплатились. Обещали, сделали. Карма – это завязывание узлов. То есть мы с кем-то завязываемся, говорим, да я вот тебе вот это, вот это, вот это. И человек повисает в ожидании того, что он якобы получит. А по сути он дает нам энергию в ожидании. Когда мы чего-то ждем от кого-то, на кого-то надеемся, то мы даем энергетику. Вот лучше не ждать, лучше не повисать на том, что вам обещали.
Таким образом, вы не будете завязываться в узел с кем-либо. Будь то отношения, ну, вообще любые ситуации, события, не надо ничего ни от кого ожидать. А развязывание кармических узлов – это результат всех прошлых действий, слов, мыслей, поступков, вот всего, что было до. Развязывание – это когда приходит результат, вот как снег на голову падает, и происходит событие. А неважно, это связано с человеком, с человеками, странами, с отдельно взятыми личностями, не важно. Здесь что важно? Должен – отдай. Взял – верни, оплати. Если обещал – выполни. Если виноват – прощение. То есть возвращаемся к истокам того, что было когда-то, и развязываем узлы. То есть можно завязывать, можно развязывать. Ну, карма, она накрывает. Это по-разному абсолютно происходит. Находятся слабые места у разных людей, обстоятельства. Как говорится, вдруг начинает все, где тонко, там и рвется. Короче, вот такой непростой год. С одной стороны, вроде бы как финансы, развитие финансов – это хорошо. С другой стороны, развязывать, наверное, проще. Развязывать проще, чем повисать в ожиданиях и надеяться ждать от кого-то чего-то. Вот. Карма, она такая. То есть вот весь этот год кармический, да еще високосный. Поступайте так, как хотите, чтобы поступили с вами. Все. Кратко пока все.